будем делать внутри давление, как будто мы на что-то давим. То же самое в теле делаем. Вдох. Рот открыт. И расслабиться. Напрячь надо, просто руки, все тело напрячь. Да, вот. А потом как будто раз и лопнул мыльный пузырь, и ты росла. А пока так лежал старый лис, пролетал мимо братец Сарыч. Увидал, что лис лежит, как дохлый. Вот я все время выдыхаю, да? Если я буду делать это на вот этом давлении, получается, что у нас дыра была маленькая. Лису никак не пролезть. Внутри меня вот это все время давление. Вне зависимости от того, что я открываю рот, закрываю рот, это никак не влияет. На другой день мальчик пришел к дядюшке Римусу послушать, чем кончилась история с лошадью братца кролика. Жираф! Надо все пропеть. Жираф! Только не разделяй все. Это как дюгу-дюгу, например, многие, да? Похоже по форме языка на ди. Вот скажите ди и ре. Ди. В этом же месте он только ре несколько раз прокручивается. Да? Или ле, например. Это то же самое. Поставьте язык на буковке. И вы почувствуете, что она так же формируется, как ре. Там же. Ле, скажи. Ля. 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 Да. Попробуем сейчас почувствовать его. Вот здесь верхний пресс. Он у нас влияет на, во-первых, верхние обертоны, которые нам дают яркость звука. Сейчас мы о них особо не будем говорить. Ну и активность очень дают. Вот, верхний. От себя надо сделать вот это местечко. Это ниже делаешь, Танюш. Дай-ка ручку. Вот. Вот. Сейчас так сделаем. Сильно. Вот в этом местечке. От себя. Да. Вот. От губы верхней. Ла. 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 Да. Ла 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 ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Смотри, не челюстью, не ва-ла-ла-ла-ла, не челюстью, а только язычком. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот. А верхнюю губу. Это ва получается. Ла. Ла. А чем мы. Что мы делали на ручке вот этого? Язычок острый. Острый язычок прикасается, как будто бы карандашик к верхней губе. Ла. Это я сейчас сделала об небо. И теперь спереди. Нам нужно сконцентрироваться на внутренних ощущениях своих. Поэтому я сейчас выключила звук. Вот, как будто бы телевизор и только одна картинка, без звука. Картинка это у тебя о-ла-ла-ла, ты поешь или же просто играешь без. Да, да, вот так, вот. Я Или я полностью сконцентрирован на своих движениях, и на том, где мой язык находится, и что он делает. Вот. И вот мы слышим, что звук сейчас намного четче начинается. Потому что ты контролируешь, что ты внутри делаешь, контролируешь свое дыхание. Ты как бы не слушаешь этот звук, ты просто делаешь это внутри себя. А теперь мы закроем дольше. А-м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